В телефоне заходим в приложение дополненной реальности Univood. Наводим на нашу обложку. Изделие у нас называется Пегас. И появляется у нас пегасик, которого можно раскрасить. Раскрашивается у него перья, ноги, хвост, звездочки можно раскрасить другим цветом. Изделия из березовой фанеры, их можно раскрасить любыми красками, акриловыми лучше всего получится. Также можно карандашами, фломастерами. А в приложении мы просто пробуем разные цвета, подбираем. Так, вот такой вот пегасик у нас получился, яркий. В собранном виде будет такая же модель. Пегасик у нас живет в таком вот волшебном доме.